Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клемента. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готовься. Ладно, я готов. У них ладно. Пушки! Наш выход! У них пушки! Вон там, в том окне! Вот он выход! Вали, Сергей! Все готовы! Хватит уже палить! Я и так отглох наполовину! Прикрой меня, Вита! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Ладно, Вита, поплыли. Живее, Вита, а то жердяй уйдет. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Я захожу. Ладно, Вита, поплыли. Тут разрушается. Осторожно! Молодец, Вита! Давай, урой! Что такое было? Неплохо, а? А теперь вся эта чертова клака сгорит дотла! Сколько бухла пропадет! И это все, чем меня порадует? Прикрой меня, Вита! Нет! Давай, ладно, Вита, поплыли. Сразу хотелось с тобой ссориться. Стой! Стой, где стоишь? Давай, жми кнопку, Вита. Ты что это творишь, а, Джо? Я пить хочу. Клевую выпивку попробую. Пьем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Вот они! Ну и что, твою мать, я могу сделать, когда в меня палят со всех сторон? Вита, сделай что-нибудь! Ты у нас специалист! Живее! Свинка наверху! Свинка, свинка, не молчи. Свинка, свинка, покричи. Ha ha ha!
Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Я что угодно сделаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климена. Все, все. Ах ты ж гнида позорная. Сука. Генри, ты в порядке? Ладно. Куда ранил? Ни черта я, блин, не в порядке. Он простудил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эльгреко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, тупина. Потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да ладно тебе, даже близко не попал. Эй, осторожнее, больно же. Не надо. Будешь ныть, дальше сам пешком пойдет. Ну и нехрен сразу обижаться. Я всего лишь кровь не стекаю. Все гребаное заведение разваливается. Как вы там? Давай, макаронник! Быстрее! Огонь распространяется! Черт возьми, я знал! 13-й контракт! Знал же не к добру! Да, вообще о чем, везунчик? Чертов дым! О боже! Так, так. Чёрт. Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, приятель. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? И что стало с тем парнем в кино? Помер. Господи, ты водишь хуже моей бабушки! Штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эльгреко, мать твою. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эльгреко? Врач он. Ты ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, гений. Не понимаю, чего в больницу-то не поехал? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эльгреко ребят вроде нас видит часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. На тебе все как на собаке заживает. О! Будешь продолжать в том же духе, и Генри труп. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эльгрека через минуту. Я уже чую аромат сувлаки. Вита, дади на газ. Генри там потеет, как шлюха в церкви. Знаешь, что заставило меня ехать быстрее? Ты.
Нафига они тут разбиваются сильно? Ну давай, Вита, такими темпами мы бы и пешком быстрее дошли. Да не пизди ты. Не дошли бы. Вита, вон тот дом, прямо перед ним. Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. Подиги. За нами должок. Несите его в дом. Элода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Ей, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно. О, 2000. Так, на этом подфиналим и паузу сделаем. Ого. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворила? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. Хорошо? Обязательно. Береги себя, Вита.
Смотри, куда прешь. Надо домой зайти покушать. Все. С кайфом. Ладно, на этом серийку на ютубе мы заканчиваем. На ютубе я сейчас перерывчик небольшой, налью себе попить и поиграем еще. Так что все. Трансляция на Twitch, на YouTube запись. Приходите, смотрите, подписывайтесь. Всем пока.